Так, всем привет. Играем с Форой. Обличие можно пристроить каким-то образом через Чилим. Правда, это слишком очевидно, но давайте попробуем. Так, Келик, Велик. Келик, по-моему, Келикс. Или как? Есть Келик? Я не помню. И то есть? Нет, только так, да? Так, обличие. Чего? Обличия нет? А, серьезно? Да ладно, обличие. А? Слушайте, это вообще неожиданно. Это же прям супер очевидное слово, нет? Или оно как оно через мягкий знак? Обличие. Че, правда? Это типа обличие неправильно? Оно всегда обличие? На самом деле? А, надо будет проверить. Так, ладно. Что-то меня это сбило, конечно. Слив-слива, да, не знаю зачем. Лимон. Так, здесь что, кроме Вики, Вимана? Так, ладно, Вика, Икако, так, Кация, Кабил, давайте напишем. Абака, Акабар, Бака, Акабар, Кабаре. Так, Кабаре, Батарея. Бареш, по-моему, да, есть. Так, Батарея, Бареш есть. Да. Так, продолжаем. Вруша. Ар, наверное, здесь сыграю, а потом посмотрим. Под ратушу, правда, очевидно, но ладно. Так, ратуша. Я, кстати, сравнял прям сразу. Так, далее Бурат, наверное, Бурат, Бурав. Да, это самое простое. Врата. Да, там Буратино где-то маячит. Томат. Так, вот здесь что-то есть. Как минимум, Анатаз. Ну, наверняка там что-то было больше. Атазан. Арана. Швара. Аравана, да? Угу. Так, караван-параван. Вот отсюда, наверное. Параван, значит, ну, что-то как-то совсем соперник не видит цепочки. Акапара. Гопота. Вот хорошо бы здесь смотрелось. Так, ну тут тропота. А, бетапор джимак сразу написал. Я что-то проглядел. Ну ладно, не важно. Так, ну тут чем угодно можно выиграть. Окей. Так, кто у нас? Жужелька есть, например. Адеизм. Фидеизм. Дайте фидеизм пристроим для смеха. Правда, это слишком, но... Так, ну оно прошло, тем не менее. И опять форы никакой нет. То есть вроде как хочешь играть форы, но из-за построения никакой форы нет. Вот так вот. Так, швед, наверное... Так, что еще здесь? Идея швеялвея. Это ее угол такой. Там я что-то, кстати, из трех даже не вижу ничего. По крайней мере, пока. Шизм. Есть ли что-то с окончанием шизм? Шиизм я только так могу сходу назвать. Деисус. Деисус, по-моему, с одной я завить пишется. Как здесь его создать? Вот не знаю. Фея, дефиле, шея. Ну, тут можно выиграть чем угодно абсолютно. А, это для шеизма. Кстати, коварный, да, такой ход. Типа, фея, шея с большой вероятностью будет, да, потом... И потом это следующее слово. Так, тут, по-моему, вот я не помню, ле, оно только как ле, или да. Просто здесь
Есть одна цепочка, это алеец, малеец, жители. Ну, ахеец тоже житель своего рода. Так, алеец. Закрыли. Так, арамей. Ну, махан, наверное, тогда. Махан, гахам. Ханами, да? У нас праздник цветов японских. Ханами, вимана. Ханами можно в разные пункты поставить. Можно сюда, например. Амиец. Ну, я не знаю, арамеец, в принципе, можно где-то сверху, может быть, пристроить. Маната, манат. Арамеец. А, кстати, прекрасно, да? У нас будет аманат с большой вероятностью. И у нас арамеец. Все по маслу. Так. Аранат. Нет. Гранат, может, гранат, разумеется, нет. Так, трахея, бамана, вимана, баран. Так, здесь что? Абия. Хара, что-то с таким окончанием. Схема, как минимум, есть. Так. Это, кстати, знаете, такой получился. Конану никогда не играют. А минутный блиц, отгадайте, почему. Так, ладно. Играем с компьютером. Пчела. Я не знаю, челак. Это вот слово. Чебак точно есть. Но вот челак, то ли я где-то это видел, то ли это я просто придумал. Не знаю. Так, пчела. А, кстати, непростое такое начало. Наверное, алеф. Алеф, блеф. Дальше блата-блат. Это слишком. Так, алембик. Ну, не факт, это перегонный куб. А, он есть, да? Он есть. Алембик. Ну, как-то трудно его, конечно, здесь прокрутить. Лечо, плечо. Вот на самом деле здесь совершенно непонятно, какой будет шале, наверное, да? Вот таким каким-то образом. Правда, угол не совсем этот выгодный, наверное. Бьеф-еф, либо что-то еще. Еф, да, почему бы нет? Так, блат, облат, либо что-то иное, но, наверное, нет. Талбот, по-моему, есть, или нет? Может быть, не в этом словаре. Так, у нас облет. Самый такой очевидный. Шатер, да. Шатер, далее. Здесь вот не просто. Ну, латы можно сыграть. Латы. Если что, здесь из пяти я не вижу. Латы. Играем латы или что-то иное? Терн. Тоже как вариант. Ладно, давайте так. Вновь. Так, звон, наверное. Налечо, да, лечо. Так, далее плечо уже у нас не получится. Шофер зато хорошо получится. Куда, не знаю, сюда, может быть. Так, фирн. Фирн не выглядит хорошим ходом. По причине того, что это открытая гласная. Но нам не дали это доиграть. Но были, кстати, хорошие шансы переиграть компьютера. То слишком много отглагов будет, если сыграю сюда, поэтому, наверное, через но. Так, пенсне. Пенис почему-то не написан. Геном, геномика. Манигаск, может быть. Но это через негу там. Ну, адонис, как минимум. Дари, правда, подари, ну, дарение, ударение. Там надо считать все эти отглаги. Би-би-би-би-би-би. Бене, Доне, Манигаск. Так, а я как Манигаск хотел, я уж не помню. Через геном, да? Ну, это, конечно, маловероятно, это надо. Него, потом еще S каким-то образом сюда. Как я это сделаю? Опение. Рабат, таборт. Ну ладно, давайте рабат сыграем. Опара, сопение. Так, успение, как минимум. Ниц, какой-то житель. Миц, ниц,
7, может быть. Правда, тут... Ну, тут вряд ли угол какой-либо возникнет. Сейф, как минимум, да, о чем я? О чем я? Нисса. Нисса есть, по-моему, была? Или это имя? Нет, наверное, это имя. Имя, кстати, последовало сразу же, прям практически. Так, ладно, сейф. Суп, опус. Здесь не вижу, чтобы здесь что-то было. Упор и там порт, например. Так, еще или нет? Да, давайте га. Ну, с В только В есть, а В как это мне сушить ни к чему. То есть Ли еще я мог там сыграть, наверное. Так, ну тут могу как минимум. Или давайте с Могуды попробуем сделать. Могу. То есть мне нужна С еще, либо И. Но И вряд ли, а вот С, наверное, только как? Суга. Ну ладно, давайте. Выглядит сомнительно, конечно, но ладно, сойдет. Угол будет ее, значит, мы сюда куда-то поставим. Так. Манигаск. Слушайте, мы его хотели, вот он пришел к нам. Правда, Манигаск мы не... Да что ж такое. Не дали нам. Ладно. Гонор. Гонор мне не нравится. Гонок, наверное. Прогон, трагон, вся вот эта история. Ну ладно. Рогоносец. Прогон, трагон. Прогул, да, Рагуля вот здесь. Рагуля. Ногомяч. Самовар, может быть. Так, давайте Рагулю сделаем. Самовар, саморез. Гулям, гуляш. Так, ну это как-то... Давайте гуляш. Здесь угол-то не в ее пользу в любом случае. Так, здесь что пишем? Дуст, может быть. Давайте дуст напишем. Тут тьма, как минимум. Но мне кажется, не стоит торопиться с заполнением. А, ну да, смазь получалась. Кстати, не видел, что она таким образом получалась. Я почему-то не из той клетки ее смотрел. Хотя, конечно, должен был. Так, ну да, этот с огрехами был матч, с такими, с очевидными. Аквилон, оливка. Ну, учитывая, что я черными, в принципе, наверное, мне имеет смысл на это пойти. Глист. Ну, глист в любом случае будет. Ну, ладно. Так, оливку, наверное, сразу. Хотя там, конечно, слишком очевидные ходы, да, так-то, если задуматься. Но, а вот еще вопрос, что лучше там, поливка или аквилон? Аквилон красив, поэтому давайте его. Понтифик, поливалка, какой инструмент для поливания. Может такой быть вообще? Прекрасно. Либо, может, садовый какой-то приспособление. Поливальное устройство или машина. Ну, окей. То есть это даже в большем масштабе. Так, салка, русалка, плавка, главка, славка. Это славка. Ну, тут главка 100%. Давила. Да, а, не 100%. Окей. Гусла. Так, ногавка где-то в дальнейшем. Алкана. Давайте гусла напишем. Коль самогу дописали, то самое время гусла написать. Которое то же самое, что, в общем-то, гусли. Старинные. Так. Ну, в смысле, древнерусские, например. Так. Окей. Ждем еще кого-нибудь. Так. Ждем. Так, давайте спину пригласим. Щелок. Колх, я думаю. И колхи во множестве, да? Стали, да. Так, сколф, локс, колд. Наверное, колд. Единственное, что я тут могу. Колер. Или... Что-то похожее есть. Копер, да. Это никакого колера нет, да. Трок, отрок. Отрок, может быть. Так, это я не в ту сторону веду. Далее.
Этрол. Этрол я, кстати, как-то совершенно не видел. Тролл был еще. 39-й тут нет. Это русские. Трико. Трико, конечно, прикол там, да? Прикол или... Прикол нам не нужен, я думаю. Но, кстати, большая вероятность, что сам комп сходит туда букву И. Пропускали я здесь что-то? Отрог, наверное, более очевидно, да? Отлет. Отлет тоже не видел. Так, телок. Пролет. Кстати, под пролет он подставился. Учитывая, что он черными, то мы пролет, наверное, ставим куда-то сюда. И там, наверное, ожидаем прогул потом. Прогул. А, или пролог. Ну, тоже вариант, да. Трагон можно сыграть. Либо трагон. Вопрос, что нам нужно. То есть, если мы пишем прогон, да, он, например, может сыграть трагон вот сюда. То есть у нас здесь будет pt, но я не вижу там никаких патронов или чего-то, что нам поможет сыграть. Если мы пишем трагон, то он p поставит туда. И это нам тоже ничего не даст, но, наверное, это даст ему плохой угол, да, так, если в перспективе. То есть у него там есть p, у него будет только, скорее всего, поп или там какая-нибудь пипка, если он сюда А напишет. Вот. Какие еще варианты? Может быть, я здесь что-то упускаю, конечно. Может, еще можно что-то приставочно сыграть? Когорта. Ну, давайте трагон попробуем. Колотун. Ага, вот это да, вот это я не видел. Так. Колотун, сколоты, колотун. Гагатун, что-то вот такого плана. Сутолока можно где-то пропустить. Ну ладно, давайте прогон. Колонна, 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 колоннад, как минимум. Что это ему дает? Пока не знаю. Вот. Рогатик. Ага, неплохо, неплохо. Так. Но, по крайней мере, у него здесь точно уже только из трех угол, что, в принципе, нас радует. И у нас есть лунатик еще такой, что тоже хорошо. Литолог. А, красиво играет. То есть минус один, но у него плохой угол. Ну, правда, здесь тоже не особо что, какие ходы хорошие есть. Отрок. Так, здесь надо вот аккуратно. Правда, я здесь не вижу даже из пяти ничего. Если бы нам вот какой-нибудь ортоз или что-то в этом духе, было бы хорошо. А здесь максимум этос я, наверное, могу написать из того, что я вижу. Либо что еще? Этос и... Ну ладно, давайте этос попробуем. Хотя... Ага, ну все правильно. Асот, асот. Асот, а здесь какой-нибудь Талос, например, или что-то лучше есть. Ролтон, да. Давайте Талос, мне кажется, я выиграю, потому что у него тут поп. Но видите, да, то есть углы, они супер важны. То есть даже несмотря на то, что я там пропустил всяких колутунов, там, не знаю, литологов, тем не менее, все это нивелируется, если сделать хороший угол. Цокор. Цокор у нас грызун, по-моему, да? Я не помню, смотрел ли я, как он выглядит. Ну, грызун есть грызун. Так. Рокош. Рокош, кокор, кокор, кокона. Все шаблонные ходы. Олег Знарок. Так. А вот тут сложно. Ну, хотя, что сложно? Кукона, наверное. Кутора, путарак. И то фауна. То фауна. Землеройка. Ктора. Так, кокорыш, кокорыш. Котяра. Хорошо бы, да? Вот так бы смотрелось. Ну ладно, значит, таракс. Хм.
Сутора. Давайте Сутору просто тогда напишем, наверное. Котор. А, ну да, Котора. Всегда надо быть начеку. Чтобы видеть этот гербицид. Цокотуха. А, кстати, цокотуха в каких-то вариациях получалась. По-моему, на похожем. Или, может, на цокоте. Но неважно. Так, Татанак. Здесь сторона, скорее всего. Мото что-то. Мотокоса. Воронок черный. Или воронок, но на него еще что-то, скорее всего, будет из тоже семи. Давайте воронок. Вороной. Ну, вот эти такие странноватые слова, да, типа конь и с какой-то стати оно стало субстантивированным. Конь вороной. Не, ну пусть будет. Смотрите, даже о волосах человека, типа так можно сказать. Я, правда, никогда не слышал. Ну, может, не знаю, может быть, в классической литературе можно где-то откопать такие примеры. Так. Ладно, у нас тут такока, как минимум. Но такока под закуток, в чем проблема. Поэтому таканома. Таканома не факт, что это... Ну, по-моему, я добавлял, да? То есть, должна быть, да? Это у нас таканома, это... В японских домах такая полочка. Там бывают, я не знаю, вазы, например, может стоять. Да, ниша в интерьере главной комнаты. Икебана, да, там часто находится. Так. Значит, такоку мы отметаем. Еще что? О, так, осакар никак. Вот это непростой ход совершенно. Либо сыграть здесь что-то из шести, надеюсь. Но я пока не вижу, что именно. Суконка. Вот что-то такое, такого плана. Сложно. Я вот не помню, есть, по-моему... Дианоя, вот аноя нет, потому что, ну, оба слова они есть. Юноша. А. Прям вот, опять кокос можно сыграть, рококо. А, погодите, рококо же есть, да? Так, если я играю рококо, то... Кажется, можно, или вот сюда? Ну, давайте попробуем рококо сыграть. Йокуц! Это неожиданно, конечно. Не, ну я это слово видел, но редко видел его. Йокуц, да, йоруба, этот еще язык, распространенный в том числе в Нигерии. Или, ну, не так много слов, которые вот на «и» начинаются, но они весьма полезны. Хотя, знаете, если подумать насчет йокутса, то стук. Стук весьма ходовое сочетание вообще букв. Поэтому йокутс вполне может получаться. Йоши еще есть. Тоже полезное слово. Так, а что я там хотел? По-моему, такоку хотел, да? И я сомневаюсь, что там что-то дала вообще. Ну, вороне у нас понятно, что тут будет вранье. Я не знаю, что-то больше, чем вранье. Вряд ли, да? Кошти. Интересно, представляете, кошти напишу и под что-то грандиозное подставлюсь. Я, конечно, очень сомневаюсь. Ну, давайте проверим. Вдруг комп что-то выдаст. Прям такое архи интересное. Шиит. А вот и все. Слушайте, ну комп сегодня бит. Прям нещадно. Нещадно бит. Так, ну ладно, что-то никто не хочет. Вообще игроков в списке нет. Поэтому всем спасибо. Увидимся.